ваша жизнь началась с самого лучшего, самого хорошего. Первое лето – это праздник молодых, самая зеленая, самая ваша хорошая дата. И для этого шампанское молодым. Шампанское молодым – это ваш праздник. Готовы ли вступить в этот праздник? Конечно, готовы. Ну что ж, дарим аплодисменты, вы поздравляете. Рената, далеко не уходи, ты сегодня работаешь официантом. Прикупили все, отдали шампанское Ренате. Ну что, готовы, перешагивайте этот первый этап. Под ваши бурные овации и аплодисменты. Ну а вторая ленточка. Посмотрите, пожалуйста, назад. И скажите прощай, холостые подружки, прощай, холостые друзья. Готовы к этому? Все, прощай. Холостая жизнь. Везде вместе, на всех торжествах вместе, на работе вместе, дома вместе, к родителям вместе, все только вместе. Готовы? Конечно. Под аплодисменты! Ну, а эта ленточка самая ближняя, потому что, переступив через нее, ваши сердца будут биться так же, как сердца ваших родителей. Ждут ваши родители. Переживайте. Дорогие дети, разрешите нам в счастливый день, в счастливый час сказать нам родительское напутственное слово. Живите так, чтобы в вашем доме была радость, чтобы звучали в нем детские голоса. Сейчас вы самая счастливая пара на этой планете. Мы хотим пожелать вам чтобы вы, как два лебедя, плыли по жизни рядом, согревая друг друга своим теплом. Будьте счастливы. Ура! Кто за Сергея? Давайте! Он съел этот кусочек уже, доставая изо рта. Шея, ну а Сергей голова. Все замечательно и прекрасно. Оставите по кусочку, по маленькому кусочку, потому что сейчас мы с вами договоримся, что это будет последняя соль. Солите. Прям много солите. Это последняя соль вашей жизни. И влюбленными глазами, посмотрев на друг друга, кормите друг друга. Поехали. Ваши молодые вас приглашают. И ну-ка покажите нам обнимашки. Замечательно. Есть еще что-нибудь на ум? Очаровательные детки. Здесь вот прям это, сулит детьми. Почему? Я вам объясню. Потому что вы оба в красном сидите. Что? Азарт? Оргазм. Оргазм? Вас ждет оргазм. Я не знаю, что такое, но вас ждет. Кама. О. В. На В. Веселье. Веселье. Что их ждет на В? Ну-ка скажи, принцесса. Веселье. Ну нет, папа. Замечательно. Что еще на В? Волшебство. Волшебство. Любите дома два. Еще что новое? Вальню, да. Замечательно. Да, вот это вот все. Давайте подарим аплодисменты этим прекрасным мужчинам, которые оберегали этот очаг семьи. И обратите внимание на эту прекрасную, роскошную женщину. Под сердцем под своим носила. Из сердца своего растила. Дрожит рука. И есть причина
Сегодня мама женит сына! Посмотрите на эту прекрасную женщину. И сердце своего растило. Смотри, как замер весь народ. Ведь сестричка сестренку отдает! Я попрошу мужчин зажечь свечки мамам, сестре. Молодые пока не зажигают ничего уже. Быстрее торопятся, подождите. И соедините вот эти две прекрасные свечи. Ведь сегодня семьи объединяются. Молодые пока не соединяйте ничего. Молодые пока стойте и радуйтесь. Смотрите, какой замечательный огонек у этой семьи будет. Давайте подарим аплодисменты этому огню. И теперь вот этим семейным прекрасным очагом зажигайте новую зеленую семью. Запомните эту минуту. Да будет священна она. Отныне не друг и подруга. Отныне вы муж и жена. И тогда у ваших прекрасных детей все будет замечательно. И вы, молодые, эту свечку тоже берегите. Теперь она всегда с вами. На все ваши праздники зажигайте ее. И этот свет любви будет всегда с вами. Горько нашим молодым! Горько! Горько!